Доброе утро, друзья! Вот и апрель наступил, и время бежит все быстрее и быстрее навстречу лету. А сегодня, 3 апреля, в нашем народном календаре Фомин день. У этой даты есть и еще одно имя – День Водяного. Давайте посмотрим, откуда взялись такие названия. По народным поверьям, сегодня после зимнего сна просыпается голодный и сердитый водяной. Рыболовам необходимо его задобрить ломтиком хлеба или медом, чтобы в будущем он рыбалку не портил и рыбешку в разные стороны не гонял. И вообще, с водой сегодня надо обращаться осторожно. Например, не рекомендуется поливать комнатные цветы или рассаду на подоконнике. Считается, что полив скажется на их здоровье. Если весна выдавалась снежной, то 3 апреля на Руси последний раз катались на санях. После этого их чистили, сушили и убирали в сарай до следующей зимы. Отсюда пошло еще одно народное название дня – катаники. Также меняли обувь, валенки прятали, а берестяные лапти доставали. Ну и самое время подумать о переходе на демисезонные ботинки и туфли. Если 3 апреля у восходящего солнца лучи насыщенного желтого цвета, погода будет хорошей. Очень обильный березовый сок подсказывает, что летом будет много дождей. Облака синеватого оттенка обещают тепло, но с дождями. Ясная ночь предупреждает о морозах, а если птицы купаются, это к ясной и солнечной погоде. Такой у нас сегодня день. Хорошей недели, увидимся завтра. Добро пожаловать в Макси! Бытовая техника, ювелирные украшения, нижнее белье, парфюмерия и игрушки. Большой выбор и отличные цены только для вас. Уютный шопинг для всей семьи без очередей. Макси, пожалуй, лучшее место для покупок. В любой день недели, в любое время года в Макси всегда хорошая погода.